Окей. Ну почему 96? Ты меня это... Подожди. 88 серий в плейлисте по Скайриму. 58! Путает меня, не говорю тебе 88, бляха-муха. Вот прям специально сейчас открыл и посмотрел. 88, последняя серия про дом. Блядь, подожди! Стой, не дури. Стой. Возможно, там просто было какое-то большое дополнение, которое мы прошли, и оно было 8 серий. Но это не считается, вот серьезно, не считает, надо уточнять, сколько всего серий в двух плейлистах. А там было написано, сколько прохождений. 88, ничего не знаю, все, отстань. Ну-ка, тихо, нахуй. Давай. Алло! Доезжай-то, ёб твою мать! Окей. Вот! Ёбаный в рот. Оу! Красная рак... Не... Ага, он зеленый. Идите в жопу. Я вижу, что он зеленый. Ничего не сделает. Я различаю гарпуны. Все, я теперь все различаю. Я вижу, красный, зеленый, значит, не стрельнет. Все хорошо. Красный стрельнет, зеленый не стрельнет. Блять, дороги ухабистые, пиздец. Дорог нет совершенно. И газонокосилка по этим дорогам очень плохо ездит. Так, это соседняя ферма? Я уже до соседнего города доехал, блять. Какая соседняя ферма? Сельский туалет. Ага, лучше кайфа нет, блядь. Ну, ау! Стасок, носок. Ну ты посмотри, эти не стреляют. О, а ты так плохо прыгаешь-то. Блядь, ляжки прям все пополам. Да в смысле? Эти синие, они же не стреляют. Как это? Как это? Ты же синий! Синий, или подожди, зеленые не стреляют. В смысле? Как это? У них какая, у них, наверное, есть какой-то радиус действия, да? Блядь, это невозможно. Ну, соскользни. Да ладно тебе, булки-то... Ага, спокойно. Соскальзывай! Соскальзывай! Ну ты уже в позвоночник прошло! Тихо. Соскаль, ты сможешь! Давай, красава! Давай! Давай, дергайся! Что ему не дает? Бляха, опять... Ну допустим, здесь я выбрался, хорошо. Блять, эта резинка не дает мне спокойно пролететь. Так это как? Это... А как, серьезно? Это никак. Да это сразу в голову и пиздец. Да как это пройти-то, серьезно? Да ну нет. А ты говорил, нет, ну... Чуть-чуть успеха, чуть-чуть удачи, чуть-чуть везения, и уровень проходится без проблем. Опа, привет. Спасибо. Блядство какое, что случилось не с того? Это давление, это разница атмосфер, это очень сильно. Так, блядь, короче, нужно две монеты. Но это слишком тормози. О, как я в первый раз-то проскочил, Серёг, первый раз самый удачный всегда получается. Почему, блядь, его никогда нельзя повторить? Ну, блядь, ну с телефона... Позвоните куда-нибудь, где проходят уровни. Подонит. Ай, хорош. Хорошо, отлично, замечательно. Блять, прям просто идеявца. Смотри. И раз. Да уж заебешь, серьезно. Лети. Нормально. Тихо, тормози. Куху не едет. Да в смысле, езжай, собак. Он не едет. Этот уровень можно пройти только на дурачка. По-нормальному, с чувством, с толком, он не проходится, потому что он не едет вперед. Пиздюк все группуны с собой снимет. Вот это будет нормально. Пиздюк, пойдешь в расход. Он рад, он ей такой руками болтает, вот так, ура, я пойду в расход, на меня всем похуй. Да, ты пойдешь в расход, пиздюк, все хорошо. Так, просто возьмем его и пройдем. В чем проблема-то? Это же уровень простой. Но это начинает действовать знаменитый синдром этого первой неудачи. Это знаменитый синдром, который проходит на психохэппивилсоведении, когда, блять, когда вот ты, знаешь, идешь такой на расслабоне первые разы. Потом ты понимаешь, что, блять, ну что-то не так. Ну, что не так? Так я соберусь сейчас нормально и пройду. И вот это вот, знаешь, вот это вот собрание свое, собирание в конце, в итоге, оно тебя начинает. Ляха! Оно тебе начинает мешать. Давай. О. Так вот, ты не чувствуешь расслабона, и в тебе начинает что-то защемлять, что-то тебя начинает сжимать, и ты не можешь спокойно... Блядь! Ты не можешь, сука, полностью раскрепоститься. И это начинает тебе мешать.